Волейбола много не бывает. В регионе открылся центр спортивной подготовки волейбольного клуба «Амичка». С начала сентября каждую среду проходит отбор желающих. Все эти девушки мечтают быть звездами волейбола. Особое внимание физическим возможностям и внешним данным девушек. Более высоких девчонок, конечно, с радостью мы их набираем, потому что какие-то у нас обмельчала молодежь, скажем так, для волейбола. И хотелось бы уже найти какую-нибудь такую омскую команду, сделать более высокорослой и девчонки более помощнее, чтобы они смотрелись. Профессиональный спорт не терпит людей ленивых. Работать предстоит много тем, кому удастся пройти отборочное сито. Только амбициозным покоряются спортивные горизонты. Многие из пришедших это понимают. Надо терпение. Точности, да еще и надо нормально общаться с составом, чтобы понимать их во время игры. Если выпал как бы такой шанс попасть в «Амичку», почему бы его и не испробовать? По соседству с будущими волейболистками ведут тренировку действующие. На паркете молодежная команда волейбольного клуба «Амичка». Девушки готовятся к старту молодежной лиги чемпионата России. Первый тур соревнований 29 октября. Старший тренер команды Виктор Ушаков уверен, польза от работы центра спортивной подготовки очевидна. Мы для этого и организуем свой центр подготовки, чтобы вся подготовка детей и в будущем, потом мы надеемся, волейболистов высокого уровня проходила именно под нашим контролем, под нашим руководством. И именно с теми требованиями, которые сейчас нужны в современном волейболе и в профессиональном волейболе. Каждую среду ведут отбор тренеры. Талантливых просматривают сразу на двух площадках – СКК имени Виктора Блинова или в Обережном дворце культуры «Молодежный». Весь сентябрь наставники будут фиксировать результаты. В конце месяца объявят имена девушек, которые смогут начать карьеру в волейбольной «Амичке».